На контроле администрации находятся все котельные мытищ. Выезды комиссии в составе первых лиц округа и представителей прокуратуры на объекты тепло- и водоснабжения обрели еженедельный характер. Пристальное внимание приковано к безопасности их эксплуатации. Котельная в поселке Вешки вызвала немало вопросов. По состоянию оборудования видели, что оно находится, ну, не в удовлетворительном состоянии. Некоторые есть, видны следы производимых ремонтов, опять же, на каком основании. На сегодняшний день мы не видим организацию, которая отвечает за эксплуатацию котельной, не видим организацию, которая отвечает за обслуживание, не видим, каким персоналом производится ее эксплуатация, обслуживание. Не можем гарантировать безопасную эксплуатацию данного объекта, а также безаварийность. В приоритете остается бесперебойность и безопасность работы всех котельных мытищ. И это не исключение. Объект в Вешках взят на контроль прокуратуры и администрации. В отношении собственника примут необходимые меры. Основная задача нас проверить, выявить, и если кто-то недобросовестно исполняет свои обязанности, привлечь к ответственности. Для этого мы ездим в прокуратуру. Мы ездим не посмотреть котельные, мы ездим для того, чтобы обязать всех эксплуатантов выполнять свои обязанности должным образом. Помимо этого, члены комиссии посетили центральную котельную на улице Колпакова, 9. Она является крупным источником тепловой энергии для 450 объектов, среди которых десятки социально значимых. Отметили новейшее отечественное оборудование и мощные котлы. В рамках концессионного соглашения проведена реконструкция. Мы видели наисовременнейшее отечественное оборудование, мощные котлы. Конечно, производит неизгладимое впечатление мощь этого объекта. Контроль состояния и работоспособности котельных мытищ продолжится. Ни одна тепловая станция не останется без внимания. Анна Смирнова, Максим Силаев, Первомытищинский.